Итак, всем привет, на канале стартует новое прохождение, и это будет прохождение очень необычной игры, хотя она идеально подходит под формат моего канала. Собственно, это слэшер, beat'em up, и на него очень мало прохождений на самом деле сделано. Вышла игрушка довольно-таки давно, на Xbox 360 и PlayStation 3. И насколько я знаю, насколько я проверял на Ютубе, блин, на него сделано только два полных прохождения, и то давнишние. Поэтому это можно считать очень редким контентом. И решил вот я сделать это дело. Называется игрушка, не знаю даже как. Лолипоп-то я могу прочитать, а вот Chainsaw это, ну, в смысле бензопила. Правильно ли я произношу это слово, я, честно говоря, не знаю. Ну, как бы то ни было. Короче, история повествует о Лоле чирлидерше, которая свободная от всего остального время, любит расчленять своей любимой бензопилой гниющих зомби. Этот трешак создал небезызвестный, в общем-то, в определенных кругах геймдизайнер Суда51. Я, признаться честно, ни в одну его игру не играл, но говорят, он просто-таки гений наравне с такими, как бы, столпами японского игростроения, как Томонобу Итагаки, Хидео Кодзима, Свери 65 и вот еще и Суда. Собственно, я, может, еще и кого-то забыл. Кто у нас там сделал Шенму? Не помню. Но он тоже гений. Угу. Так, ну, в общем, что? Игрушка довольно-таки старенькая. И, собственно, что примечательно, она на русском языке. То есть это консольный эксклюзив. Как я и говорил, она выходила на Xbox 360 и PlayStation 3. Но при этом изначально снабжена русским переводом. То есть менюшка и субтитры. И, наверное, давайте как бы начинать, думаю. Вообще, я предполагал другую игру купить. Я приехал в магазин, потому что на сайте... Немножко предыстории, да? Потому что на сайте увидел игру, которую, думаю, надо запилить прохождение по этой игре. Приехал в магазин, говорю, где у вас вот это вот? Не буду говорить, что... Они говорят, а вы же продали, там устаревшая информация. Ну и как бы я обломался, но не уезжать же из магазина, раз ты приехал, блин, через весь город, пёрся. И раз ты туда приехал, не уезжать с пустыми руками. И вот, собственно, на полках я увидел этот диск. Думаю, нормально, сойдет. Так, давайте сложность, наверное, выберем. Легкий, ну это уж совсем что-то не по-нашему. Средний или трудный. Но я, наверное, пойду на среднем, потому что игрушка все-таки японская. А у японцев, как известно, средний уровень для них это зубодробительный пуканраздирающий хардкор для других. Для европейцев это точно так. Поэтому пойдем на среднем и посмотрим, как у нас это все получится. Да, кстати, перед тем, как мы начнем, начать с последнего контрольного пункта. Нет, не надо начинать. Перед тем, как мы начнем, надо вступительный ролик показать. На самом деле, этот вступительный ролик появился у меня один раз, когда я только-только включил игру, а потом его не появлялось. Поэтому сейчас я его сюда, в этот ролик, вмонтирую. Он будет без моих комментариев, а потом уже вернемся. Welcome to my bedroom. Don't think that me letting you in here is an invitation for any funny stuff. I mean, not that I have a problem with funny stuff. Especially not if you really like the person. But that isn't what I wanted to talk about. Today is, as they say in Spain, my cumpleaños. That's right, my birthday. I'm 18 today. These are my girls on the San Romero cheer squad. We've gone to the Nationals 3 years in a row. But we haven't won yet.
To keep my energy up, I eat lollipops. I know what you're thinking. I'm getting so fat, but they're so yum. This is my family. My older sister Cordelia won a gold medal in riflery last year, and she has a lot of secret meetings with guys I think are college scouts. My little sister Rosalind just got her license, which makes me kind of think the DMV are idiots. My girlfriends say my dad is a total dilf, but try as they might, they could never come between him and my mom. She is so cool. It's because of her, my sisters and I all wear our vaginas proudly. God, she and my dad love each other so much. Speaking of true love, this is my boyfriend, Nick. It F's me up how much I really like him. My family's throwing me a birthday party after school. Nick is totally freaked out having to meet my family for the first time. But I'm even more freaked out for him to find out about my family. Because even though they're the most amazing ever, some of our traditions are a little unusual. Nick's already so sweet to never complain about my ginormous fat butt. If he finds out I'm the number one world's biggest weirdo, he might not stick around. I'd be so sad. I think I'd seriously cry forever. Oh no! I'm totally late! I was supposed to meet him before school! I'm so lame. Ugh! I hope Nick isn't mad. That's about the worst thing that could ever happen! Так, ну и вот мы возвращаемся. Значит, у нас, собственно, да нам, в общем-то, и нечего делать. То есть, у нас карта, как бы, можно выбирать, так сказать, костюмчики, да, списки лидеров, хорошо. То есть, можно выбирать арену, на которой хочешь драться. Уровень конкретно, который хочешь пройти. У нас пока доступен только первый, понятное дело. Это первое включение, слепое прохождение. Что у нас по костюмам, кстати, есть? Так, чирлидер. И... Блин, а костюмов тут дофига, на самом деле, только все закрыто. Let's go, кисуля. Паркинг тогда. Пролог. Да, давай, начинаем. По мере увеличения, так, зомби и места расположения леденцов меняются. Убив сильного зомби с помощью блестящей охоты, получите бонус в виде жетона. Разве? Зомби наводнили городок, твою мать. И нам надо спасать нашего этого дурачка-то из футбольной команды. Потому что у него рожа такая, как бы не обремененная интеллектом. Да, игрушка, как вы заметили, идет 720p, потому что Суда 51 подумал, а нахрена пилить Full HD, когда можно запилить просто HD. Логично. Главное, леденец. Что-то там было написано не по-нашему. This is so irritating. Ну, поехали. Ага. Еще и загрузочка. Так, здесь нет ничего так, как это, каких-нибудь там секретиков. Здесь, по-моему, куча коллектаблов. На самом деле. Так, леденец 15. Спасибо. Это я понял.
Я вроде нажимал на квадратик, а мне постоянно писали, что леденцов 15 штук. Что это значит? Jeez, it sucks when things explode. А, вот что это значит, я понял. I need to find Nick. Да, нажми так. Но я уже понял, как тут поинтереснее устранять это все. Да харе уже, ну. Да ты постоянно мне будешь... Что-то у меня опять глючит геймпад. Крестовина нажимается. Это, по-моему, будет довольно-таки печально. Где бич? Какая бич? Хорошо. Так, вопрос, а как мне применять, например, этот лолипоп? А, 0 из 5. Я думаю, у меня 0,15. То есть, ну, 15. А у меня 0 из 5. На все кнопки понажимал. Лечиться, походу, нечем, да? Я так понимаю, да? Вообще нечем. Угу. Я немножко туплю. Это нормально. Ой. Счетчик убей был. Так, сколько зомби осталось убить? Один. Действительно. Слышь, я же вроде нажимаю. Блокировать здесь нельзя, я сучок. Но вопрос у меня вот в чем. Как бы... Как лечиться? Хорошо. Zombies suck dick at driving. О, леденец. Awesome. Нажми, чтобы подлечиться. Понял. Как это лечится? Наверное, надо. Применить? Применить, а чего нет? Он полностью восстанавливает? А, нет, не полностью. Печально. Погнали дальше. Так, нажми для низкого... Ну-ка, это я это самое уже знаю. Так, мне надо убивать этих зомбей, тогда меня типа пропустят, да? Да.
Хорошо. А что это у нас за счетчик там? Ой, ужас какой-то. Ужас какой-то. Кнопка, чтобы... А, все-таки отразить можно, да? Да я это уже понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Довольно быстро здоровье уходит, ё-моё. Да, господи. У меня геймпад глючит. Чё ты тут делаешь? Ничего. Отдай. Окей. Спасибо. Мне там что-то они мне надавали. Так, а что это у меня все-таки за фигнюшка такая? Вот он накопился, этот счетчик. Что я с ним делать должен? Дайте еще леденец по зязя. Фигово. Двигает камеру. Надо просто по сейфове играть. Я что-то раз этого раздухарился. Отлично. Мы его спасли. Нам бы леденец. Мой любимый президент – Уоррен Джи Хардинг. Тяжело. Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На меня хочет съесть. Так гадёна. Нормально. Я вроде начинаю разбираться. Меня, конечно, очень волнует. Как бы то, что леденцов не дает. Вообще не дает леденцов. Вон там леденец есть. Так, заполни шкалу звездными духами. Чего? Yeah!
Давай, давай! Я понял. Я понял. Да я понял. Мой геймпад отказывается. Нихера себе. Сильным злом. А чё это он помер-то, твою мать? Как тебе не стыдно? Блин, дайте, 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 вот это вот дайте. Да, применить. Помпонами, это я уже понял, твою мать. Мама. Это мне будет очень мешать, на самом деле. Можно тут как-то в управлении переиначить кнопки? Навряд ли, да? Жалко. Потому что у меня такая же проблема начинается, как в свое время в Dark Souls. Втором. И в этом. В Sigma первой. Where's the beef? Hold on, this is too dangerous. I'll meet you in the square. Ням-ням, мяско. Ой. This guy, get off me, you bastard! No! Oh, shit! Чёрт, нет, на... Нашёл братюню, похоже, всё. He crashed over by the school and is probably dead. Ну, типа того. Hope you're taking care of yourself. Don't do anything stupid, okay? Конечно. Кстати, если так делать, то она будет загораживать свои это, самые интересные места. Так, а вот тут вот магазинчик. Встречается редко. Ну-ка, ну-ка, что тут можно? Здоровье, улучшение, супер... Так. Леденцы. Угу. 30. Платиновые жетоны 500. А, так у меня за жетоны. Вон о чём. На 50. Хорошо. Так, а что там у нас по суперспособностям-то? Удар пилой. 60, но уже мы не можем это купить, да? Будем как-то типа... Будем как-то копить. Let's go!
Главное же это леденцы, потому что леденцы это... А, он у нас есть. Сколько у нас? 3. Замечательно просто. 3 это хорошо. Так. Что мы можем еще купить? А я еще один леденец куплю. А чтобы не это... Не думалось. Но жетонов, конечно, нужно будет дохерища просто. Да-да-да-да, давай! Интересно, а можно будет как-нибудь силу улучшать, в смысле, это урон? Блин, окей. Она все-таки решила покусать. Это все завистница. Это школьная ботанка, на которой красивый мальчик не обращает внимания. Я понял. Не, вообще так весело. Довольно-таки. Ой. Реально весело. Мое будет. Что я взял? Я как-то не обратил внимания. Ну, надо тут много чего проверять. Открой, как готовить, чтобы почитать клевые советы. Ну-ка. Так, главный персонаж комбо-охотника. Учебник охотника-новичка. Низкий удар. Угу. Угу. Понял. Мастера. А, ну это все понятно. Любимая музыка, что мы можем тут? Да вроде как мы не можем ничего. А, вот прослушать, да? Да. Это просто так можно послушать, типа в меню, хотя непонятно зачем. Ну ладно. Куда по определению можно было запрыгнуть, но нет. Кстати, а эти очки потом, что с ними делать вообще, с этими очками? Можно что-нибудь или нет? Или они просто как это, типа того, что это, ну, для писькомерства. Типа, о, у меня больше всего очко. Я понял. Ай-я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 й. Чё-чё-чё? О, хорошее добивание. Так-так-так-так-так. Надо всё-таки лечиться, блин. По-моему.
Очень странно, что на любую кнопку этой самой крестовины возникает это меню. Именно поэтому такая вот фигня и происходит, что постоянно у меня возникает кнопка паузы. Да харе уже, ну, блядь. Кто тут бич? Сама ты бич. Посмотри на себя. Нормально. Ух ты, она живая. Давай поможем ей упокоиться с миром или нет. Ой, это можно разбивать. Фига себе. Не знал. А это нельзя. Ой, там леденец. Хорошо. Так, это я возьму, пожалуйста. Ау! Нифига себе. Что-то меня тут жестко погрызут. Отходи. Я понял. Ну, как бы не очень. Ты кто? Ого. Дезинфекция. Над головой агрессивнее упорнее, это понятно. Я немножко понял, как бы, типа... Так, пора лечиться. Давай, давай. Все? Не чисто и не круто. Пошли дальше. Да, там уже как бы на него такую охоту объявили прямо. Ник? Ник, ты здесь? Это окей, чтобы выйти? Ник? О, пожалуйста!
Ну, там уже идет кто-то. Эй! Он покусал нашего Ника. Ну, в натуре молодец. Рисковал собой. You okay, Juliet? Yes, I... Are you? One bit me. Just a little bit. I don't know what that means. What does it mean? Huh? Oh, no. It can't be. I feel it in me. I'm gonna become one, huh? Mm-hmm. Fuck. I'm screwing up your birthday, aren't I? I'm sorry, Juliet. I don't want to fuck up your birthday. My birthday? Don't worry about that. That's the dumbest thing ever. Listen, I know it's stupid. We just started getting serious, but I wanted you to know. I know I've never said it or anything, but I kind of sort of, you know, love you. Какой? Oh, I fucking love you. Ой, как трогательно, ептить. Ник. Финн? No. There's something we can try. It's the only chance we have to save you. Juliet? What the fuck? I love you too, baby. Я так понимаю, это конец уровня. DDCAO. Wow. Уровень охотника 6. Это хорошо или это плохо? А, Б, С, Д, да, это фигово. Хорошо. На этом, я думаю, первую серию можно и завершить.